Руководство района всегда положительно относилось к развитию малого бизнеса, так как это благотворно влияет на его экономическое состояние. И нужно отметить, что в последние годы существует много инвестиционных проектов, призванных развивать бизнес и, соответственно, пополнять бюджет района. Одним из таких проектов является инвестиционная площадка, расположенная в ауле Ходзь. На этой территории предусматривалось строительство развлекательного комплекса, что в настоящее время успешно притворилось в жизнь. Вчера наша съемочная группа побывала в Ходзинском сельском поселении и смогла лично побеседовать с руководителем этого проекта Муратом Тхабисимовым. Вот уже 20 лет, как работает его маленький магазин «Диана». «Давно думали над тем, чтобы его расширить», — говорит он. И решились на это только в 2013 году. Именно в этом году и началось строительство нашего комплекса. Делится своими воспоминаниями хозяин Мурат Тхабисимов. В этом комплексе есть мини-маркет, который предусматривает все необходимое для нужд населения. Сам Мурат является по профессии технологом по приготовлению пищи, и эта сфера ему очень хорошо знакома. На сегодняшний день идут подготовительные работы к открытию всего комплекса, вносятся последние штрихи. В наше время стало модным проводить торжественные мероприятия в кафе и ресторанах, потому что это удобно, выгодно и, наконец, просто престижно. В связи с чем, помимо магазина, в состав комплекса вошли два банкетных зала большой площадью 150 квадратных метров, вместимостью около 100 человек, и малый зал площадью 60 квадратных метров, вместимостью до 70 человек. Режим работы вполне приемлемый – с 7:30 до 23:00. Количество рабочих единиц, задействованных в обслуживании, предположительно будет около 15 человек. Оба зала уже готовы к приему посетителей. Глаз радует современная мебель и интерьер. Кухня обустроена всем необходимым для быстрого обслуживания оборудованием. Это и электрические печи, духовые шкафы и многое другое. Мурат Тхабисимов любезно провел для нас небольшую экскурсию по своему детищу, в ходе которой мы задавали ему интересующие нас вопросы. Одним из которых был вопрос, связанный с семьей, как она отнеслась к его идеям. «Моя семья всегда меня поддерживала и поддерживает до сих пор во всех моих начинаниях», – говорит Мурат. «Она моя опора». Во время нашей беседы к нам присоединились и другие члены семьи – мама Любовь Тхабисимова и супруга Назирет, которые сыграли немаловажную роль в осуществлении этого проекта. Мама – поддержкой, а супруга – советами в обустройстве банкетных залов и их оформлении. Все было продумано именно ей, но иногда приходилось советоваться с дизайнерами. «Были, конечно, и свои трудности, но мы надеялись на лучшее и шли только вперед», – говорит Назирет. У Читы Тхабисимовых двое детей – дочь Диана и сын Ислам. Именно в честь дочери Мурат назвал свой комплекс, а сын Ислам также помогает в делах, говорит супруга Мурата. Говоря о банкетном зале, мы не смогли не затронуть вопрос, в каком направлении он будет работать. Работа будет осуществляться только для праздничных мероприятий, торжеств и различных заказов. В будние дни функционировать зал не будет, говорит Мурат. Естественный вопрос, какая кухня будет присутствовать на проводимых торжествах, будет ли уклон на национальные блюда, на что мы получили положительный ответ. Но и другие блюда также будут присутствовать в меню. Все по желанию клиента. Жители аула с радостью отнеслись к тому, что в их поселении наконец-то будет банкетный зал, соответствующий современным стандартам. И уже есть заказы, делится с нами Мурат. Все надеются здесь проводить свои торжества, как скажем так. Во дворе есть огромная открытая площадка, где будет возможность танцевать, а также установлена небольшая крытая эстрада. Есть и летняя беседка со всеми удобствами, и еще современный павильон для жарки шашлыка. В общем, все пожелания, которые могут быть у посетителей, учтены до последнего. Несомненно то, что и администрация района, и сельского поселения поддержали это начинание. Конечно, большое спасибо я говорю администрации Кашкабльского района в лице Хамирзова Заура Аскарбиевича. Все вопросы, которые возникали в течение строительства, он всегда поддерживал, помогал. Огромное им спасибо, что есть у нас такие руководители. Большое спасибо говорю администрации сельского поселения в лице Фаснакова Рамазана Магомедовича. Тоже очень отзывчивый, хороший человек. Ну, пусть они живут, процветают. Здоровья, благополучия желаю. Спасибо большое всем.
Как и у любого другого деятельного человека, у Мурата существуют планы на будущее. У нас еще одно помещение, вот там, вот мы хотим там построить кондитерский цех, чтобы своя продукция была по выпуску хлебобулочных изделий. Торжественное открытие комплекса «Диана» предусмотрено 27 мая в ауле Ходз в 16:00. Мы приглашаем всех посетить это мероприятие. И в свою очередь пожелаем семейному бизнесу Тхабисимовых процветания, везения, удачи и, конечно же, много-много клиентов.